Свобода – это когда ты можешь делать, что ты разумеешь, но основываясь на каких-то законных нормах, принятых в твоем социуме, в твоем обществе, в твоем государстве. И, в принципе, то, что у нас обозначено в Конституции, те права и свободы, они довольно-таки адекватны. Другое дело, что они, к сожалению, в нашей стране все меньше и меньше соблюдаются. Но они, в принципе, соответствуют тем внутренним пожеланиям, да, каждого человека быть услышанным или получать информацию, защищать себя, своих близких и при этом быть под защитой государства. Но сейчас весы немножко качнулись в другую сторону, и безопасность государства намного больше хочет отобрать у нас вот этих свобод под эгидами там, защиты нас от каких-то внешних или внутренних угроз. И это довольно неправильно.